Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы смотрите канал Андрей Соловьев Лайв. С вами, как всегда, Андрей Соловьев. Мы давно уже не виделись с вами. И, конечно же, вы давно не видели своих любимых распаковочек, очередных посылочек. И в этом видео мы сделаем обязательно эту процедуру. Распакуем эту посылочку, привезенную с одного из китайских популярных магазинов. Как какого? Вы, наверное, уже догадались по названию видео, это AliExpress, который вы сейчас видите на экране. Ну, а смысл, соответственно, сегодняшнего видео, вот вы уже давно знаете. Для тех, кто не в курсе, еще раз напомню, что мы раскрываем посылку, смотрим, изучаем и тестируем прикольные гаджеты какие-нибудь, которые наверняка помогут вам, соответственно, в жизни. Ну, давайте мы начнем. Вернулась наша рубрика, и вернулась, соответственно, из-за Большого Китая, с сайта AliExpress, вот такая большая посылочка. И, кстати, если вы довольно внимательны, зрители, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, вот какая была бы посылочка, какого размера в первом нашем выпуске про распаковочку. Шла это, соответственно, до Москвы 2 недели, ровно 2 недели. И давайте приступим к новому вскрытию, анбоксингу. В общем, поехали. Вот нравится вам такая история, когда пупырка намертво прикреплена к этой, соответственно, упаковке. Но мы продолжим. Через секунду вы уже видите готовую упаковку. Итак, дорогие друзья, что мы можем с вами видеть, это на самом деле тележка для красивых кадров. Такой, может быть, вы наверняка видели на канале Тимура Сетельникова, вот какова была его тележечка, когда он упаковал рюкзак. Ну, а у нас вот такая же тележечка, соответственно, с колесиками. Да, в принципе, из чего он сделан? Значит, колесики у нас, они из того же материала, с которых делают роликовые колеса. Вот, правда, есть такое ощущение, что оно... Немного, конечно, пахнет какой-то резиной непонятной, но думаю, что, может быть, когда-нибудь он выветрится. Основная у нас рама сделана-то из металла, соответственно, такого вот наверняка, хорошего. Вот, все крутится довольно-таки свободно, и внутри еще был такой вот маленький, соответственно, крепление, вот эта самая резьба, чтобы сюда мы могли закрепить вообще любую камеру, которая имеет гнездо для штатива. Вот некоторым меня спросят это самое, а как же открепить, соответственно, телефон вообще к такому, соответственно, разъему? Не переживайте, если у вас есть наверняка селфи-палка какая-нибудь, вот, например, вот такая, то вы можете просто ее снять. Вот так вот. У нее, видите, у нее тоже резьба есть. И ставим, закручиваем сюда вот таким вот образом. Закручиваем нашу, соответственно, резьбу. В общем, такое, как там, винт. Это самое, можете поправить меня в комментариях. В общем говоря, закручиваем. Вот так, в принципе, выглядит для телефона, вот, потому что здесь, соответственно, нет какого-то штатного вообще крепления для смартфона. Но мы сегодня не телефон будем крепить, а ту самую камеру, которую вы наверняка видели, вот эти фрагменты из наших распаковок. Давайте мы сейчас ее вот так сюда вкрутим и посмотрим. Вроде мы закрепили, соответственно, полностью, но это самое, камера еще немного болтается. Вот, если... В принципе, я думаю, что этот недостаток можно компенсировать. Вы просто катаете камеру вот так вот. Она снимает, а вы ее катаете. Давайте мы сейчас посмотрим, как выглядеть будет из нее вот это вот изображение. Так, мы включаем, соответственно...
Вот, если чуть-чуть буквально повернуть камеру, будут видны колесики. Видно будет, что мы их катаем. Сейчас мы включим запись на этой камере. Вы сейчас буквально через секунду увидите, как выглядит жуя со стороны. Ну, вот сейчас вы видите такое вот изображение, вот это сам прямо с тележечки. Вот, дело в том, что в комплекте еще не шло никаких дополнительных крепежей, чтобы можно было камеру поднять повыше. А сейчас у нас будет еще несколько таких моментов, снятых с камеры, установленной на тележечку. Ну, что можно сказать по этой тележке? Вот, дорого ли она стоит? На самом деле нет. 770 рублей, вот сейчас такая стоимость, которую вы можете увидеть на экране. Покупал ее, конечно, ну, немного другой цене. Вот она все-таки, сейчас она немного подорожала. Что могу сказать? Вот действительно плюсы очевидны. С помощью этой тележечки вы действительно можете снимать всякие другие обзоры, делать очень красивые такие кадры. Как вы видели у меня прямо сейчас. Ну, если вы, конечно, ну, не совсем такой, конечно, криворукий, может быть, как я думаю, что у вас получится и лучше. Еще один плюс, очень важный, это то, что эта тележечка мобильна. То есть у вас есть колесики, не нужны всякие эти длинные рейки, вот эти слайдеры, как у профессиональных, соответственно, большие. Потому что они громоздкие, с одной стороны, а с другой они очень ограничены. А с этой вы можете, конечно, вот так вот спокойно в любом направлении катать туда-сюда, хоть прямо, хоть по кривой и так далее. Вот. Но минусы, конечно, в том, что комплект не хватало каких-то еще дополнительных частей, чтобы сделать как-то камеру повыше. Вот. Потому что если вы, допустим, крепите сюда аппарат, фотоаппарат, как у меня, такой вот, взяв мыльницу, вот, то наверняка она просто сюда будет упираться вот в эти винты. Что уж говорите, если будет у вас такой большой, хороший фотоаппарат, которым, соответственно, может быть, вы купите. Выхода может быть в такой ситуации, как вот сейчас вы видели, я просто поставил свой штатив вот сюда, на эти площадочки, вот так вот ножички, упер их сюда. И другую ножку вот так вот ее засунул, и камера стояла довольно-таки надежно. Я думаю, что вы на Алиэкспрессе вы можете найти такие вот подобные еще крепления, самое отдельно. А так действительно, она оправдывает свою цену, 770 рублей, покупайте, не жалейте. Ссылочку я, как всегда, оставлю в описании под видео. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Давайте мы постараемся набрать где-то 5 лайков, и тогда выйдет очередная новая распаковочка. Конечно, остальные распаковки, они могут быть не сняты немного раньше, конечно, чем это видео. Поэтому, может быть, не удивляйтесь, что у меня будет совершенно по-другому приветствие, вступление и там дальнейшее. И на этом все. Сейчас вот поставьте лайк, это самое, когда будет 5 лайков, выйдет новая распаковка или кое-что еще поинтереснее. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы опять же не пропустить, соответственно, анонсы. Ну, а с вами был, как всегда, Андрей Соловьев. Увидимся с вами до следующего видео. Всем пока!